Иван, чай вкусный, скажи. Жуешь? Ну, делись с другом. Слава, не туда мажешь. Вон он. Да он, говорит, пихайте в рот мне, чего вы, говорит, сидите. Прислуга, говорит, вы что, вообще холоп? Остонели. Оп, давай, говорит, вы сюда. Очень удобненько у тебя торчит изо рта. Че, жить-то будем, подруга? Ну, все равно чай должна. Да, что-то клювом ты щелкаешь, вон он лежит. А, вот прощелкает сейчас все свой, весь свой Иван-чай. Клюв. Да, он хорошо хрумкает. Но она постарше. Она, я думаю, что и выжила только благодаря тому, что уже хоть что-то там ела. Да. Потому что если бы она вообще не жевала, рабец бы совсем не работал, и мы бы вообще ничего поднять не могли. А куда ты мажешь? Вон. Скажи, я хочу, чтобы он сам в рот залазил. Давай. Чи-чи. Славка тут мажет все. О, ну хорошо. Ты глаза в кормлении я мазала, да? Да. Много выделяется гною сейчас? Левый. По... Правый хороший, левый так себе. А когда вчера, наоборот, прям заклеился правый. А, нет, сейчас правый вообще считай хороший. Сначала правый был хуже, сейчас левый. Ну ничего. Нет, я думаю, что может быть даже капли еще подключить. На ночь буду мазь, а днем капли. Они, ну, к ним не клеятся пыль. Ну, потому что, да. Да, ну, да, ну.